И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Кошак и Ваня. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем поднимать вам настроение. Карта у нас FNAF 6, и один из нас будет аниматроником. О, дай песенку спою для наших подписчиков. Давай, Витя, а ну-ка, давай, нашу любимую. Только заходи в пиццерию, чтобы было прикольно. И... Давай, а я иду на работу. Блин, я об ступеньки ударюсь, давай заново, фигня все. За это нам денег никто не даст, Миша, все фигня. Давай. Иду на работу в пиццерию. Буду работать и детей пугать. Радость доставлять, кого-то убивать. Ребята, ставим лайкосик, если вам нравится эта песня, как и нам. Ну что, пошлите, короче, в подземелье. Виктор, ну давай, короче, а, ты ж пока добрый. Да, мы ж не знаем, что у нас. Да, я добрый. Короче, незапланированный сценарий. Этот с копьем бегает, вообще псих. А зачем тебе это копье? Так, знаете, куда идем? Идемте сюда. А, нет, стойте, там еще был подвал. Ну ладно, идемте сюда сходим. Экс. Так. О, кстати, телепортирование еще мягче сделал. Красавчик. Немас, помнишь нычку? Да, я помню. Идемте ее найдем. Ой, подождите. Витя-то про нее не знает. Знаю, как. Включите режим не это. Да все нормально, не сы, я так 100 раз сделал. Эть, не здесь. Эть, не здесь, а где, вот подожди. Здесь вот, Димас, стой, здесь. Димас, вот здесь вот. Давай, идем. Вот, да, вот здесь вот. О, Витя, давай, найди нас, только без полета и без всякого говна. Виктор, ну что, нашел? Тихо, он нас найдет. Давай мы подсказку дадим, Виктор, мы здесь под землей, там где лабиринты. Землей где лабиринты? А, он не знает FNAF 6, что ли? Да, он знаменит. О, ребята, бейте его. Бейте его. Дизлайки ставьте по его каналу. Димас, а у тебя что за оружие? Норм. Я вас найду. Я одно подземелье уже нашел. Виктор, а ты записываешь сейчас? Да. А, кстати, да. Можете потом посмотреть от лица аниматроника на Виктора Кошаке канале. Ссылочка внизу. Мы уже сидим на готове все, ребята. Все с пушками сидят. Этот вообще миниган взял мощнецкий. Так я тоже взял мощнецкий. Наверх посмотри. Ого, мужики, давайте я тоже возьму, наверное. Нашел еще что-то похожее. На эти. Теперь мы втроем. Воу. Написано, что 44, но на самом деле, походу, 440. Кто, как, с кем? А когда? Кто? Это мои друзья, это не я. Он где-то здесь! Мочи, он где-то здесь! Короче, я разозлился, но толку от этого никакого, но было весело. Все, выходим, потому что этот секунд нарывается на неприятности. Мочи его! Так, да, не, давай будем по-честному, на расстоянии нельзя убивать, только подползай. Хорошо. Ну, по сути, они же не могут на расстоянии, да, убивать? Ребят, напишите, да. Ну, по правилам как, аниматроник должен впритык подойти. Зато я вас нашел. Вот он. О, уходи, давай его на улицу выманивай, этого кабана толстожопого. А ну давай! Гасите! Мы должны хоть одного убить! Мочите его! А потом накончились ТП. Блин, он быстро ползает и громко. Давай, иди сюда, мужик! Я не хочу! Ты мне не нравишься! Ой, кто-то его жопу взрывает! Да не меня же! Ну чё? О, Серега, давай метеоритный дождь! Или в конце? Давай в конце. Хотя я его так и не видел, метеоритный дождь. Серега ни разу в действии сейчас не видел. Отходи, Димас. Отхожу. Виктор, возьми снова аниматроника. Сейчас, секунду. Отойдите от Виктора, сзади его. Все, отошел. Ну, свету за вами. Ой. Вся стихия против. На, это метеоритный дождь, ребят. Вот как он смог. Все? Я не возьмешь. А, я думал, будет пожестче. Отходи назад, Димас. Воу. Круто! А чё его не убило? Виктор, у тебя что, бессмертие включено? Да нет, у меня просто много хп. Как тебе метеоритный прям по металлу по жопе бьют? Ты должен был сдохнуть. На то я и железный, чтобы меня не убивали. Вик, всё, хорош, ребята! Вы уж убиваете не его, а нас. Хорош! Блин, классное оружие! Ребята, следующую серию, если вы хотите, чтобы мы затестили
метеоритное оружие. Ставьте лайкосик или пишите, мы хотим. И мы сделаем, короче, поставим много-много NPC-аниматроников, будем его тестить. Ну и админский пистолет тоже. Так, иди сюда, Сыкун. Минус один. Вот, это, кстати, его убьет хорошо. Димас, отходи. Петляем, петляем. Засрали его, пом. Его ничего не берет. Так а газ его не должен же брать, он уже не дышит, толку. Или он ржавеет? Ай, ржавеет. Это карасин. Это ржавеет. Давай ржавей быстрее, стакан металлический. Бляшка. От ремня. Это не мат. Бляшка от ремня. А ты чё лет? А ты чё лет ногами? Это незаконно. Нарушаешь законы физики, говно такое. Ах ты, негодяй. Блин, ты вынуждаешь меня взять плохо тебе сделать. Извини, вырвалась просто. Ну ладно, все, не буду его больше брать. Просто очень хотелось оторваться от тебя. Блин, он взял эту Мари... А, я же ее убил, бэйби. Так она быстрая, а как мы от нее будем убегать? Так, ребята, я побежал, я вспомнил, мне надо кое-куда. Ой, зато я смогу его видеть, он меня не будет видеть. Так, Виктор, я сзади дома тебя жду, иди сюда, на стрелку тебя вызываю. За гаражами. Все, ты прошел уже мимо, возвращайся. Проби. Убери. Ой. Ты где? Круто, круто, нычка. Офигеть, он не видит меня. Как ты туда? Сдохни, 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 сдохни. Не залазь сюда. Блин, патроны кончились. Я тебя буду ножичком. Блин, не успел. Классная, да, нычка? Кошак. Воу. Кошак, обернись. Это был пистолет, да, вот этот козырный? Да. Я живу. Я тоже хочу его взять. Ой-ой-ой. Это дают. Класс, я тоже стрельнул. А у меня розовым цветом, Серега, у тебя желтым. Как моче. Так. Она нифига не дамажит оружие. Она дамажит, ей надо, чтобы цель стояла, ну, в центре. Тут столы все перевернутые, норм. Дима, смотри, радуги зависли. Я знаю, что. О, будет. Так это прикольно. Че, оставим или нет? Это маяки. Майнкрафт. Отвали от меня. Отвали от меня. Не бегай, не бегай, не бегай, я хороший. Во, да, минус ого, один. Ого, тут багается все в здании, это жесть. А че все дергается в здании? Давайте обнулим карту. О. Пошлите прятаться. И Виктор стал нормальным, наверное, да? Он всех мочит? Всех помочил. А я живой, я живой. Я знаю, где это сейчас. Серега, Серега, пошли за мной. Отойди, я сейчас Виктора, мне пофиг, я убью Виктора. О, оружие. Серега, а Quake 4 оружие ты тестил? Да, тестил. Блин, надо умереть, потому что у меня этот, не видно оружие, такой уже баг был, я помню, давно. Виктор, ты меня вынуждаешь это сделать. А что они то делают? Нет, только не бери это оружие. Ребята, новый пак оружия, я его не использую. Ну что это за человеческие дела? А, это черное очко, я вспомнил. Черное очко. Иди сюда. Где? Все. Димас, а, блин, а так ты рядом был, ты далеко был. Ой, далеко, рядом. Блин, ты очко летающее, отойдите, а я пущу туда очко, проход. Летающее очко. А ты что, сзади подошел? Да, я стоял, ждал, пока ты это закончишь. Вот ты, зараза, а. Молодец. Сейчас тебя немножко вас кадры вылетят, но это бывает. Воу, Серега, аж молодец. Ребята, мы разошлись. О, как Виктора отбросил эта штука. Воу, круто. Я мансую от Виктора. Как бог. Сам себя убивает. А мне пофиг, я киборг. Я тупо киборг. Вот это оружие имбовое. Отойди, отойди! Блин, это хорошо тебя гасил и Серегу. Мне так понравилось. А я с гвоздомот...
лагает. А, это оружие из-за моего нара, которое я юзаю. Это о, электричество! Я помню это! Отойди, Юмин! Оно сильно хоть дамажит или нет? Достаточно сильно, да, оно прям... Давайте его отбирать. Давай его, электрически! Это... Садись. Охотники за привидения! Серега, садись! Пришло да не, там не такая музыка. Ты еще похоронный марш твой тут. Давай, иди сюда, Scrap Baby! А как, подожди, получается ты что, Scrap Baby это как я... Призрак? Или как это называть правильно? Я уже, короче, взял огнестрельное оружие. Бля, сколько у тебя тысяч жизней? 5000, сколько? А сколько... Блин, мне кажется, я прикольно умираю. Я ставлю лайк, умираю. А, эту анимацию я сам делал при смерти. Там есть такие настройки. Иди сюда. Это кислота? Нет. Лазер! Вот это сейчас было близко, что ж ты там... Блин, у меня лазер крутой есть. Минус один. Вот это ты тут на броневике. Неплохо, он тебя с РБ с этого валит. Как эта техника называется? Я его разнес. Это БТР. Аниматроник поломал броневик? Второй раз, пожалуй. А ну стой. Я хочу проверить, это убьет тебя лазер с одного раза или нет? А что там такое все слабое оружие здесь? Он всего лишь по 40. О, я помню это оружие. Шар такой огненный. В Анреале еще такое оружие есть. Говно? Говно. Блин, хотя ну блин, ну ты сильно имбовый. Тебе нереально убить. 26 киллов на вас. Давай я только ходить теперь буду. Давай, а мы тебя будем... Давай хоть убьем тебя уже или что? Димас, к тебе идет. Так, я взял метеоритный дождь, я буду мстить. Правая кнопка мыши лучше нажимай. Правая кнопка мыши. Воу! Блин, это красное оружие! Били. Били говно. Давай еще, я хочу еще так пострелять. Будешь у нас мишенью, мы потестим оружие это. Погнали. Воу, это на левую кнопку мыши я нажал, да? Вот на левую ты вызываешь пьет. Большой метеоритный дождь. Он я хочу большой чуть-чуть. А он долго будет так мочить нас? Да. Вот, блин, нафига я это сделал? О, господи! О-хо-хо-хо-хо! Дурачки. Вообще лихо. А мне нравится. Давай, мочи, а я пойду в здание посижу. Кофе попью. Карту дрожит. Здание не убивает. Блин, нафига я нажал? Я же в здание зайти не могу. Блин, классно, Ру. На! Да, блин. Чебас опять. Воу, я не стрелял большой дождь. Дождь. А я иду до Димаса. Са убивать, разрешу, метеоритом в голову получать. Ой, метка. Да отвали! Все ближе и ближе подхожу. Тебе везет, что там дерево, оно не попадает по тебе. А че меня убил мой метеорит? Сам себя убиваешь. Так, надо Виктора добивать уже, что это за дела? Так убивали сколько раз? Хорошо, я знаю, что надо сделать, у меня есть хорошая идея. Виктор, последнее слово твое. Я не сдамся никому никогда. Да, блин. Да ну не очкуйте, я так 100 раз сделал. Вот это дамажит. Красиво. Все. Зато тепло, как смотрите. Ага. Хорошо. Тепло? Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Ари, Тубро. Пацанчики, поздоровайтесь. Здравствуйте, все друзья. Привет. Я скачал в воркшопе новую карту, которая вышла сегодня. Это вентиляция с карты FNAF 6. Потом мы покажем вам вверх, если получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня будем выживать. Dark Dragon у нас аниматроник. И в чем смысл этой карты? Если эта дверь закрыта, я хочу закрыть вот эту дверь. Та дверь откроется. Я не знаю почему, но это классно сделано. Вот ты молодец. Нет! Ты ж смотри внимательно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Поднимаем вам настроение. Ребята, да, вы сконцентрируйтесь, и надо, чтобы кто-то один старался дверь нажимать. Ты видишь, что творится? О, давай сделаем эксперимент. Не убивай, секундочку. А ну, если я стану под дверью, нажми, убьет меня? Дверью. О,
Блин, нет. Ну было бы классно, да, если почила? Так, внимательно, видите, что он делает? Специально ходит с разных сторон. Вот ты жопа! Ну блин! Блин! Вот ты красавчик! Ты такой быстрый! Я знаю. Ты прекращай. О, кто-то не успел. Обстоятельства. Фонарик включите, и будет видно его тень, если он невидимку подрубит. О, говно! Выбегай, выбегай, выбегай! Блин, тут карта запутана. Давайте немножко пробежимся по ней. Ой, ну слишком запутано, ты шутишь, ты заблудишься. Да зачем же ты перегораживаешь путь? Что ты за собака? Я охраняю вас, я. Собака-охраняка, погнали. На карте шум появляется. Да-да-да-да, внимательно. А я заблудился. Мне кажется, а вы? За Димасом, блядь, не увидели, какой он качок. Классно я себе взял скин. Давайте я вам покажу, ребята, третьего лица, кого я взял. Именно, это с Counter-Strike, именно. Контртеррорист. Нет, террорист, просто террорист. Слышь, ты что со мной ходишь постоянно? Ты можешь от меня отвалить как-то? А я тебе нажму дверь. Ты просто не успел в доли секунды. Ты вовремя закрыл там чуваку, он бежал за тобой, он закрыл. Пацаны, внимательно стойте возле каждой двери, будем нажимать по очереди. Вот он лезет. Я его вижу по тени. Так, ты ж смотри. Я буду за тебя закрывать, если ты не будешь успевать. Ты чё такой псих? Эндер-псих, а не эндоскелет. Слышите, лезет? Я слышу вентиляцию, да? Я спрячусь. Вон тут. Димас, в шкаф! Молодец! Давай. Собака-лубака. Ой, нажимай, закрывай двери! Отлично! О, я вижу щель немножко. Блин, прикольно, здесь можно сидеть. Да чё, один? Ты ж на нас не видишь, что ли? Эй! А ну, походите. Заходи ты к нам, у нас тут тепло и уютно. Я успел. Вот я красава. И щель есть. Это реально круто сделано. Я вижу, ходит. Успел. Такой звук прикольный. Давайте тут посидим. Так. Уходи. Я злой. Димас. А я запрятался. Я, кстати, в офисе очень рядом. По сути, мне легко найти. Просто надо подумать. Эй, ты чё наших постоянно убиваешь? Да не вылазит. Привет. Ты чё палишь? Ну блин, ну прощайте тогда. А нет. А не прощайте. А чё ты меня не убил? Оставлю. А, поставил на самое сладкое, да? Давай, испогань да. Мне настроение. Подожди, давайте я вам покажу, как попасть сюда вообще. У нас есть здание на улице. Пока он там мочит, я побегаю по Шурику, покажу. Потому что я обещал. А, тут пасхалка. Ага, как? А как попасть? Может как-то тут пролезть? Странно сделано. Может, Угу. Может шкаф? О! Во, отлично. Пацаны, вы где? Я в офисе. В офисе? Чё, я тебя никого не вижу из вас? Закроем. Пусть хоть какая-то калитка будет закрыта. Ты, блин, испугал меня пес. Иди за мной. Собаки, пацаны, идемте за мной. Опа. Прикольно? Тут моя машина стоит в гараже аккуратно, там надо чуть поремонтировать. В чем смысл? Есть помещение в подвале, в котором находится вентиляция, которую надо охранять. А Дарк Драгон, вот молодец, что убил, красавчик. Так и сиди. Это, наверное, подвал главного героя с нашей. Ладно, сейчас прячься. О, можно вот так сделать, будет красивее карта.
Слышишь? Слышу. Давай без невидимок. Фонариком такой можно подсветить. А вот оно. Умри. Слышь, ты чего это вот такой вот приставучий? Липучкин сын. Пошел отсюда, щенок. Ушел. Так. Где, ребята? Я не знаю. Я подарочек, иди-ка сюда. Тут никаких кнопок нету. Пацаны, нам кто-то кусок экрана отгрыз. А кто это сделал? Ты ж закрывай двери. Вы видели? Смотрите на монитор. Кто-то кушать хотел. Блин, прикольная РПшка. Когда две двери одно, но когда три, тяжелее намного. А, четыре, вентиляция еще. Где он? Покажите его. Он здесь где-то ходит. Вот. Все, я его пригвоздил. Ну ты пригвожденный все равно. Я к тебе сейчас опять перейду. Я тебя буду сутками пригвождать, пока мы тебя не убьем. Я тебя обманываю. Пусти меня, Димас. Пацаны, берите, мочите его. Не, не так, не так. Не надо это оружие, оно тупое. Возьмите мандяка и со спины его кто-то замочит. Ой, блин, это не туда полетело. Ты взял другого! А это честно, шо ли? Да. Хорошо, давай. Испоганься. Ладно, давай другому взять. Подзастряли, пацаны. Так, так, так. Давай. Давайте заминируем это здание. Маленькими бомбочками. Ты готова? В. Так. Минируем. Открывай. Я скажу, когда можно будет взрывать. Да бомбы взорвать! Мы ладно, взрываем это, эту пиццерию, подвал. Я наверх тогда. Ой, что-то творится жестко. Entity. Давайте дальше, погнали. А, вот они, бомбочки эти. Так, тут положили, тут положили. Надо по всей карте пробежаться. Вот там вот одно. Ушел! Пацаны, можете взрывать те бомбы, которые возле вас. Ой, мы еще так никогда не делали. Это эпик, пацаны. Я, короче, взял проход дверной, загородил бомбами и не пройти никак. О! А как пройти? Никак. Я на улице. Ты на улице? А что ты слышишь? Ой-ой-ой! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кейт, Макс и Серега. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вы поставили очень много лайков, значит, сегодня у нас карта FNAF 6. И мы с Димоном Покемоном будем устраиваться на работу. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Это у нас будет испытательная ночь. Проверим, сможем ли мы ее пройти. Если мы сможем пройти, значит, нас возьмут на работу. А если не сможем, то мы как бы уволимся, чтобы типа нас не выгоняли. Не знаю, что так сказал, но так и будет. Ну что, начинаем? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Слышишь? А чего? Это я сфоткал. Аниматроника уже на ночь выключает, правильно? Должны выключенные быть. Да. Что за звуки стрёмные? Доска. Да. Давай, Димас, проверим, что-то тут неладное творится. Так, идем. Ты чё тут сидишь? Это допросная, да? Да, типа, знаешь, как в FNAF 6, там же допрашивают аниматроники. Только она не на столе должна сидеть, она должна быть в другом месте. Ну, пойдем. Ну, чисто так поржать. Может, вот ее чинят? Лефти. Так, лефти стоит. Угу, ништяк. Так, Димас, я что-то забыл, точнее даже не знал, где наш офис находится. Где наш офис находится? Да. Идем. Показывать будешь? Конечно. Давай. А, вот в эту вентиляцию нам идти надо? Конечно. Ой. У нас тут офис. Маску одел. А ну ломай мечом. О! Ты что тут делаешь? Так, ладно. Так, нам сюда.
Давай. О, смотри, это же третья часть карты версия. Все, вот это, Димас, круто, кстати. Ну. Здесь хоть камеры-то работают. Включаешь. Смотри, тут кто-то идет. Ушел. Да, ушел. Ну ладно. О, включил! Нифига, Димас, я аж испугался. Да блин, нормально. Фу, Димон. Вертолет, думаю, у меня тут. А кто выключил? Что такое? Ну, Димон, поклацай еще. Ой! Ну тут какая тень стрёмная. Маску, маску, маску. Какую? Чего? Вот тут аниматроник ходит. Призрачный. Мы свои, уходи. Братва. Братва, братва. Он что, нюхает? Да, обнюхал, понюхал. Сачок. Только он какой-то стрёмный сачок этот, если честно. Чё там, Димон, пусто уже? Да. Я вижу, ты проверяешь. Прикольно. Смотри. Сидит челик себе. Это же этот, сюда же отводят аниматроников после того, как они поработали, понял? И чё? Это типа они здесь как склад, короче, работает здесь. И мы, типа, за складами аниматроников следить должны. Так, ну, я следим. Так понимаю. Вот. Здесь Лефти у нас уже на складе. Ну и кто еще на складе у нас тут? Так, подожди, тут где-то должна нычка быть. Давай в нее зайдем. Да? Нету. Где-то здесь она должна быть, не? Сейчас найдем. Так. Тук-тук-тук-тук. А, Димас, иди за мной, походу понял, где эта нычка идет, находится. Иди сюда, Димас, вот иди сюда. За мной. Вот сюда, вот. Сюда, вот. Сюда. Вот, вот за этой дверью. Во! Это именно да? Разработчиков этой карты. Во, да. Мы вам покажем прикольную тему. Ну. Это музыка! Да. Ой, чё-то поломилась кнопка. Кнопку сломал нам. Во, иди сюда, Димас. Пойдем, выходим. Выходим. О, смотри. Нифига себе, аж испугался немножко. И все? И больше здесь ничего нету? А где игровые автоматы там? Здесь теннис. Беги, беги, беги. Бегу. Я маску достал. Нас здесь нет. Ого. Мы свои. Так, 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 компьютер клацает. Чё она жмёт? Нам. Чё она жмёт там? Ну все, уходи, уходи, уходи. Ого. Нифига себе, они нас ищут. Димон, вы видно, когда пробегали, они нас увидели. Да? Прям в лицо мне смотрит. Димас, нафига себе дышу, конечно. Это в маске тяжело дышать. Да. Какая-то плотная маска очень. Просто тебе надо много воздуха очень. Толстый, да? Че на мне оружие, ничего не да... Да что такое? Автон. Полез. Блин, они нас ищут. Пиццерия. Опа, вентиляцию включил кто-то. О, так это ты ее включаешь? Нет, это не я. Ого. Кто там орёт? Атмосфера очень страшная. Да? Еще один вылупился. Они вылупаются. Фонариком лупи его. Да не. Все, убежал. Так, ладно, давай дальше. Что-то у нас камеры, Димон, да, барахлят? Ну, они там вычислительную формулу делают, Димон. Какие-то вычисления сложные. Да, проводят. Так, давай дальше пойдем по свалим отсюда лучше. Давай. Обходила, и мы возвращаемся в пиццерию. Димас, замри, тут какая-то фигня вылезает. Ого.
О, блин, это что за ужасы? Представь, найдут нас. Представь, я уже представил, что они меня уже нашли. Так, обход мы типа сделали, я ухожу. О, Димас, куда уходим? О, чё здесь? Чё здесь? Я в другую сторону повернул. О, здесь, прикольно. Здесь ничего. Я сразу в пиццерию попал. О. А ты чё в маске постоянно ходишь? Димас, ты видел там здоровяка какого? Я маску одел. А я убежал просто. О, чё такое? Каждый спасается как может, Димас. Кто кого еще охраняет? Аниматроники нас охраняют, а не мы их. Димас, я, короче, этот спрятался в такую черную комнату. Знаешь, где такая находится? Прям черная-черная, короче, я под столом спрятался. Они еще там ходят, Димас? Да. Ух, это мне не нравится, это мне не нравится. Сейчас. У него что-то в руке. Страшное очень. А чё у меня маска исчезла? Не знаю. Она, кстати, пропадает, бывает. Димас, Димас, здорово. Я вижу, ты сзади. У него такие ещё глаза кровавые такие, страшные. Ударь его по спине чем-нибудь. А потом резко убежать надо, да? Да. Я так понял, мне надо очень резко бегать. У этого зубов миллион. Смотри. Димас, беги! Авто, я Фредди. Может, ну Димас, вот. Пойдем к нашим этим, к нашему столу туда пойдем? Пошли. Пускай они тут ходят, бродят нам. Ого, блядь, они здоровые. Это мешает. Ладно, уходим быстрее, уходим, валим. Ого, они все сюда идут. Все, так, отлично. Сок выпили? Не выпили. О, Димас, видел, там Молтон Фредди был за тебя. Ой-ой-ой. Это кто включил вентилятор? Я включил. Пусть же работает. Че у нас свет не работает? О, свет заработал. А не отключает. Димас, ползет. Быстрее. Я маску одел. Ты не в маске, Димас. Да? Че ты в меня стреляешь? Димас, одевай маску. Нет. Сейчас тебя сожрут. Нет. Нет, не сожрут. У него такой глаз отделенный. Он хочет нас убить, у него не получается. У него проволока уже поржавела даже внизу. Да хватит мне в глаза заглядывать, урод морской. Так, я подумал, и я решил, что не буду в этой пиццерии работать охранником. Здесь, во-первых, очень холодно. Условия трудовые плохие. Зарплата маленькая, подумаешь, $1000 в день. Я, господи, я записываю. Что это за зарплата? $1000. Бумажечку. А чё ты чёрный? Больше вас ничего не... Нет, А ты чё чёрный мордный? Ты Фредди Ниггер или что? Ого, оно прям всё... Нет, сзади. Провожу зачистку, давай внутрь. Побежали. Побежали. Ах ты, опять тот же самый! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Ярик и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 6. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. И вы поставили очень много лайков. Сегодня мы с Димоном Покемоном будем играть роль аниматроников. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Где охранники, Дима, ты их видишь? Даже кассу готу уронил, офигеть. Так. Аниматроники, наверное, у себя там опять в подвале сидят. Может, охранники? Так, подожди, тоже никого нет. Мы сейчас туда пойдем, сейчас мы их найдем. Ой, надо тут тоже это закрыть. Закрывай, пооткрывали все, сквозняки поделали нам. Да, все позакрывали. Такое чувство, как будто мы здесь охранники, все ходим, закрываем. Дальше аниматроники выполняют роль охранников. Так, ну что эти там, два охранника там сидят, да? Ого. А, я ж могу тоже... Как-то странно я поднимаюсь. Так. А я могу, Димон, смотри. А, не могу. Я не пролазю. Здесь очень тесно. Так. Берем вот этого человечка. А, ну давай. И я попробую сейчас. Так.
О, я провожу проволочный, какой здоровый. Супер, Димас. Супер. Жмутяка какой. Так, тихо, тихо. Есть? Да, они тут. Серега, они там. Опа. Нас тут... Опа, блин, фонарь, фонарь, фонарь. Сюда идите. Блин, они нас увидели. Вон отсюда. Кыш, фонарь работает. Блин, спалили. Че, убили, что ли? Пошел вон отсюда, пошел вон, фонарь тебя слепит. А ты можешь невидимо становиться? Блин, не могу. И этот не может. Так, а кто может? Это... Надо кого-то позвать из кентух наших. Давай подождем. Я знаю, кто может стать невидимым. Серега, может быть, пойдем в другое место выживать? Мы тут долго не протянем. Протянем. Сейчас все будет. Ой, застрял. Ой. Нормально, нормально, проникли. Так, подожди, я еще не проник. Так, Димончик, я тебя жду здесь. Я иду, иду я. Ты где? Эти охранники сделали тут лампы, офигеть. Я стою в углу, ты меня увидишь. Ща, 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 увижу тебя. Так, секундочку. Вот, Димас, ты вот тут, да? В этих помещениях? Да, да, да. О. Стою, дрожу ты... здесь, холодно, на жесть. На какую сторону пошел, на левую или на правую? Так, Серега, я пойду на право. Зашел. Здорово. Ого, ты здоровый, ничего себе. А как ты пролез в вентиляции? Да это нереально, ты... Вставай невидимым. Только одна нога, давай. Да, пролезет? Оп. Так, пошли, пошли, так, пошли потихонечку. Давай. Я за тобой. Только я тебя не вижу. Я тебя вижу зато. А как? А, не, не вижу. Видишь? А сейчас видишь меня? Так, 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 я возвращаюсь назад. Во-во, я вижу, здесь. Вижу, Димон, иду к тебе. Отлично. О, так, вот тут темно, ничего не видно. Потихонечку идем, идем, идем. Вижу, вижу, вижу. Они что-то там, кстати, этот чинят, там что-то печатают, я смотрю. Они ого, это... ай, по глазам бьет жесть. Ай-яй-яй. Блин, меня жгет, блин, мои платы. Ну нафиг. Ого, не жесткие. Вы че, мужики? Сейчас нас всех прожжет. Блин, больно. Так, подожди, смотри, это Фредди, что ли? Дружбан. Кто-то тут ходит, я ничего не вижу. Это... Ой, я активирую ночной режим. Димас, смотри. Здорово, братаны. Это Фредди? Что, охранников пытаетесь съесть? А ты кто? А я Фредди. А что ты, у тебя ноги не как у Фредди, башмаки какие-то. А это я новая версия, я просто похож на охранника. Понял. Я убил тут одного охранника, а теперь замаскировался под него, хочу, чтобы он меня принял за своего, сейчас пойду попробую. Так, а тебя что, не слепит в глаза, что ли? Это чужой! Все, Димас, отлично. Да как его не слепит? Все, я понял, переоделся. Ах, хитрый жук какой. Надо позвать кентуху своего, который не боится ламп. Сейчас, сейчас, сейчас. Это кто у нас такой? А я сейчас найду его. Серега, пора с вами в секретную комнату. Пошли за мной. Тихо, Димас. Вот, Димас, смотри, кто не боится. Прячься, Димас, невидимым становись. О-хо-хо. Димас, так ты сам отключаешь фонарики же. Так я иду отключать, пацаны, ну что? Работает все у вас? На! На, получил. Есть! Да. Все, Димон, давай иди сюда, наше место рабочее. Чтобы им тут душно было. Идем в пиццерию, сейчас будем их там искать еще. А, тут фонарики у них работают. Да что, тут все светится? Так, я иду в пиццерию. Все, идем, идем, они пошли. Да я жирный, не могу пролезть. Подтолкнуть можете? Блин, нифига не видно. Ты на хомячка похож. Хорошо, хорошо, надо взять другого аниматроника. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. О, пойдем. Так, ищем их в пиццерии. Где-то они тут мне ныкаются. А, вот охранник один. Да что за ловушка? Блин, я испугался, оно громко взорвалось. Блин, Серега растяжку сделал. Так, Дима, я сейчас буду с улицы заходить. Я разозлился на них. Так, FNAF 6. Давай, давай. Я иду. А чё я горю? А чё ты горишь, кстати? А, чё я горю? Какого фига? Димон, помоги! Димон, тебя подожгли, что ли? Помогите! Вода, вода, вода! Задницу туши! Да чё я в воде горю? Да что такое? Это чё, магия какая-то? Ух ты! Димончик, давай будем, короче, со входа... Ого, ты здоровый! Ты чё такой страшный? Как это... ты чё такой маленький? Ты знаешь, что этот? Какой-то... Фредди, не Фредди Крюгер, а Франкенштейн какой-то, ай! А, пацаны, да кто нас мочит? Снайпер. Ага, у нас снайпер появился. Все, Димас, давай это невидимыми становимся.
Так мы подсвечиваемся. Нет. Да. Я тебя вижу, да. Ты такие видишь. Диман, ты его отвлекай, я буду мочить. Ага. Откуда он мочит? Ай! Ого, у них даже бомбы стоят в пиццерии. Есть, Димон, я снайпера замочил. Отлично. Супер. Можем теперь заходить. Кто тут такой умный? Ого, у них только бомб. Димас, аккуратнее. Ого! Я телепортируюсь, Димон, смотри. Давай, а ты не умрешь? Нет, смотри. О, блин, вот это что за мать? Ах тышка! Че ты ржешь, я испугался, Ярик, блин. Классно, классно, хорошо. Вот так, да, значит? Ребята, ставьте лайк, если вам нравится. Битва между охранниками аниматроников. Да-да-да, битва. Давай, иди сюда. Умный сильно. Я, короче, разозлился, Димон, наполовину. Уго! Уже будет принадлежать пиццерия. Ага. Охранникам. Он мне не дает войти, он стреляет. Ах ты жопа. Открывай дверь, я тебя вижу. У них же пистолетик такой мощный. Ты не пройдешь! Ах ты, блин! Хорошо. Ладно. Димас. Давай. Давай что-то придумаем. Надо тактику, тактон. Так, давай, где ты? Сначала найдемся. Прикольно, у тебя тактика, Димас. Леденцом по башке, да? Да, а это леденец, я думал, это шарик. А, ну это да, шарик. Не, давай ты хорошо. У меня есть жестче мужик. Димас, аж горишь. Ой-ой-ой. Могу ТП-хаться и ставать невидимым, пойдет? Да это вообще читерская штука, погнали. Пошли. Так. Максимальная маскировка включена. А! Это ты, Димон? Да, это жестко было. Что-то мало бомб они наставили. Ого, кто там? Это Ярик стреляет постоянно, что ли? Ярик Комарик, ты чего? Мина! Молодец, Димон. Я охранником был, охранником. Ого, тут столько бомб. А где ты их увидишь там? А вот как идти телепортироваться в подвал? Я здесь тебя жду. А, вижу тебя. Я активирую их, Димон. Давай. Бум. Что-то мало жизни снесло. Ну что, бомб мало. Блин, да что я еле хожу, я как будто в говне каком-то, алло. Я тоже, это замедляет, он что-то замедляет. Сейчас я вам позамедляю, сейчас я вам позамедляю. Давай Серегу мочить. Все, теперь у меня появилась великая мощь, которую вы даже не знаете. А! Сразу вдвоем невидимость включили. Стелс включен. Короче, мы должны пиццерию по стелсу захватить. Получится или нет? Так я тебя вижу. Твой ник, ты где-то двигаешься. Я щупальцами шмякаю по полу. Так, где ты? Я тебя потерял. А, вот вижу. Вижу. Я за тебя. Погнали. Так, надо музыку такую, наш агент 007 налаживать. Так. Чисто. Так, агент. Вы чисто, где? Чисто. Агент Марионеточ, вы где? Я агент 009. Нет, ты агент Марионеточ. А чё так-то? А ты куда пошел? А я вот сдать тебя. Тю, блин, ты здоровый кабан. Так. Вообще никого нету. Тогда идем к ним туда. Так, кстати, я знаю, тут директор, есть потайной ход. О! Шмяк, поломал компьютер, все поломал. Стул. Неплохой проход. А что тут делать? А здесь он, видишь, смайлик есть. Что-то поломалось. Что-то происходит у директора. Так, смотри. Я ничего не вижу, там темно. Я ночное видение включил. Понял. Опа. Нормально? Четко. Димас, ты так ходишь, знаешь, как будто руками туман раздвигаешь или что-то. И да, я хожу, раздвигаю туман. Какой туман? Воздух. Воздух двигаешь. Ого. Ты я псих. Ускоряешься. Я их вижу. Есть! Я убил охранника одного. Есть. Ну что, пацаны, теперь это наша пиццерия, никто сюда не зайдет. Давайте, кто к нам сюда? Серега, давай, бери супероружие, пошли. Ой, супероружие. О, меня убили, кстати, уже. Ох, Димон, ты слабый. Не, я просто не ожидал. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Мага и Санек. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта пиццерия. Будем играть в прятки. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет.
Если вы пьете кушади, приятного аппетита. И я буду первый искать. Разбегайтесь. Только прячьтесь хорошо, чтоб я долго искал. Так, куда бы тут спрятаться? О, занавески. Так, ладно, занавески трогать. Как-то это странно смотрится. Какие-то колобки бегают по карте здесь. Вот, Димас, на тебе этот... Gravity Gun. О, спасибо. Вот он, блин, ну не рабочий там муляж. Ха-ха, мальчик. Это просто понты. Ладно. На тебе этот тулга. О, давай. Тоже обманщик. Короче, Димас, иди сюда, вот здесь. Ага. Не, я с тобой не дружу, иди прячься. Ты задрал. Кидает мне говно, все, Акая, ну что ты за человек дерьмовый такой? Димас, а только в пиццерии можно прятаться? Ну, на улице можешь, но улице там просто очень много мест. Вот в пяточке, где пиццерия, можно, а так там много куча мест. Ну, я знаю, какие комнаты ты уже смотришь, и чтобы так заныкаться, в пяти никогда в жизни не нашел. А, садитесь. Димон, ты можешь еще в темноте запрятаться, черная птица в темноте. Гениально. Вообще не найдешь. Даже с фонариком будешь в лицо влупашить и не найдешь. Ладно, иди. Ну все. Уйди, стул. Все, начинай, Димас, ищи. Все, я погнал. Так, подождите, давайте возьмем аниматроника. Пошел так. Так, я тут хорошее местечко нашел. Не темное, конечно, но пойдет. Хорошее местечко. Ты, Димас, из снаф 6 взял Scrap Baby, да? Да, я ее люблю. Я пока Месси это самый лучший мой аниматроник, потом идет Фокси. Фоксюшкин! Так, а мне знаешь, кто больше нравится? Сейчас скажу, сообщу тебе. Так, из снаф 6 мне больше всего нравится Молтен Фредди. А мне Вильям Афтон. А мне Фокси. А Фокси тут нету вообще в 6 снафе. Не, он просто говорит из всех любимых. А, понял. Димас, ищи? Да, я ищу со всей силы, аж глаза болят. Понял. У меня в такой нычке тоже. Они же круглые. Я найду. Подсказок не надо. А, понятно. Сынок, теперь я с тобой. О, здорово. Встретились челепиздрики. Ну, на коньках по снегу не едет совсем. Когда он спрыгнет, да, убежим. Да. Либо смотри, вот где под лестницей, вот видишь. А я желал приятного аппетита. Да. Нет. Да. Нет. Да. Ты вначале желал. Хорошо, иду в другие комнаты, где раньше не был. А где ты не был? Ну, там, где ты есть. А, да. Димас, мини-подсказка, это горка. Не, если вентиляцию я пройти не могу. Можешь, присед, нажми, ты пройдёшь. Не, это штучка не ездит на коньках, сидя. Другие ездят, это не хотит. А, точно. Значит, вентиляция... Ой, она свистеть будет, не хочу, чтобы она свистела. Ой, я слышу чайник. Угу. Так, подожди, пойду я там, где игровые автоматы. Как это в комментариях написали. Чайник выключите. Я просто комментарии все читаю. Конечно, молодец, я тоже все читаю. Еще и в ролик вставляю. Так, этих кабанов нету здесь. Смотри, можно было наверх вот эту залезть, на эту лампочку. И что это? А, ну да, давай, мага. Так он найдет такой. Так, ну что, главное не палиться. Боже, мага, мы так спрятались. Так, надо взять аниматроника, который может сидя ходить. Потому что чувствую, здесь какой-то подвох. Ты можешь? Плюс трапы. Не можешь. А плюс трапы сразу 4. Плюс трапищи. Тихо, я его слышу. Мага, что, она не удаляется? А, вы меня слышите. О, поломилась.
Дима, знаешь, звук такой, как будто ты мусорки мусорки шаришь. Какое ощущение, что это ты озвучивал. Мага, вот так, смотри, куда я улетел. Блин, вас нету, вы обманщики. Пролечу здесь, чтобы далеко не идти. Мы не обманщики. А. А, ну да. О, вот так можно полить. Не, текстурки не видно. Может, не надо все-таки? Надо, надо, Димончик. Вот кто-то нарыгал. Так, ладно. Это скучно, Димас, ты никак ко мне не... Я иду, Димончик, не спеши. Мага, смотри, куда я... Ты ж, наверное, улетел где-то на W. О, ну конечно. Или нет? Ну да. Ну блин, ну давайте подсказки, я не знаю, где вы. Мы в лаборатории. А, в лаборатории. Где качели, горки, там вот это, там и там. Ага, понял, иду. Где качели и горки. А не, обманщики, тут никого нет. А, тут калитка есть. Мага, бежим. Ага! Иди сюда, телепузик! Смотри, какой мы... Есть! Телепузик одного поймал, еще один там. Класс, класс. Я убежал. Че я сюда не заходил? Сердечко-то бьет. Где этот челик? Фух, я испугался. Это ж макинтуха. Нигер пришел. Ладно, я сюда поднимусь. Санек, а чё ты за мной побежал? А да чё за музыку вы проигрываете? Ага, в поле. О, вижу, вы там плюш-трап и марионетка, они тут на середине. Да-да, мы магу окружили и замочили. Классно это было. О, вы ушли к входу, я вас видел. К входу ушли. Вот, возвращайтесь. Ха-ха. Ну Фокси где пришел. Ты, говно? Ты так всегда Фокси. Делаешь. Фокси пришел. О, Фредмор появился. Марионетка Фред. Вот это банка, вот это банка. Вы меня что, втроем ищете, что ли? Да. Они меня окружили. Мы тебя хотим убить. О, что? Есть, я Димона нашел сам. А он через эту дырку видел. А с этой стороны... А, так тут не видно ничего. Блин, классная нычка, Димон. А это почем? Пошли, пошли, пошли за мной. Идем. О, какие-то звуки стрёмные. Идешь? Это только ты марионетка. А, да. Я ваш друг. Давай я обнулю. Во. Вот, Димас. Туда заходи. Я жирный, пролезу? О! Да. Блин, надо говно это удалить. Чё оно не удаляется? Потому что это говно. О! Дерьмо. А ты, Димон, где будешь? Ой, давай, Димас, вообще вот это смотри. Вот так, давай. Ой, бочку можно на Верочку. Давай, давай, давай. Сейчас. О, все. Смотри. Нет, бочка, 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 на голову мне не падай, ну говнище. Куда бы? Да что оно такое? Мы не пали с тобой ни разу. Слышишь? А это ты. Ладно, я не буду палить. Тихо, 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 Димас, давай. Ну подсказку, ему тяжело, наверное, он же новенький. Но это мы уже готовим. С тобой натренированные. А я? Жопа бугая. Жопный клещ. Так, блин, жалко, что мы не маленькие, мы могли на эту трубу залезть, видишь, сверху? Угу. Могли как-то зацепиться хотя бы. Да не, капхеды тоже туда не влезли. Не, знаешь куда? Вот капхеды сюда могли бы залезть. Кидай, мыши, дыми, мочи, Димон, ну быстрее, ну дыми. Во-во-во-во-во-во-во-во, еще. А как он меня увидел? Двоих. Это было смешно. Ребята, если вам нравится, лайкосик.
А меня не найдете. Найдем. Сейчас я возьму. Чтобы звуки издавать, но меня опять убил. Хотите подсказку? Не надо. Давай. Ты за шторкой. Я рядом с улицей. С улицей. Рядом улица. На тебе! Он на видном месте был, Димончик. Где? Вот иди сюда. Иди на выход в пиццерию. Ну-ка. Я приседала. Вот тут он сидел, он где стулья, вот тут. Позор. На видном месте, Мага, ты красавчик. Блин, я жирный, никуда не влажу. Сейчас, Димончик. Полминутки еще. Все, запрятался. Вот слушайте, тихо. Смотрите, слушайте, как я буду издавать звук. Слышали? Ну да, вроде как перданул Мага, кто-то. Мага, присядь. Я уже присел. Блин. Я на тебя. Нет, ну Димон! Ну как ты знал, что я здесь? Так нечестно! Ты издавал. Ты шумел ногами своими пустыми. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага, и сегодня мы играем на новой карте FNAF 6. Всем привет. Всем привет. Ребята, хочу сказать, что Димон Покемон записывает ролик от лица аниматроников, и можете увидеть его ролик, ссылочка внизу в описании. Ну что, Мага, пошли в эту пиццерию замечательную. Кстати, давайте вам покажу. Фредди Фейсберс, Pizza Place. Мы, ребята, очень много интересного приготовили. Морфы FNAF 6 нашли, очень много всего, так что серия будет веселая. Кстати, кто играл на этой карте, скажите, что эти кубики означают. Они нажимаются, но ничего не происходит. О, подожди, этот кубик отваливается. Вот мне интересно, куда эту штуку? Ее может куда-то притулить? Притулить? Ну, не знаю такое слово. Ха-ха, открывай, Мага, дверь, пошли. Я буду нести. Не открывается? Нет. Открывается. А, да, открывается. Ты просто для того, чтобы открыть дверь, надо ручку дергать. Есть компьютер, две кнопочки. Есть вентилятор. Да. А что вентилятор делает этот? Чтобы нам жарко не было? Ну, подожди. Ты сейчас кнопку нажал, и он остановился. А он работал, да, до этого? Во, включился. Подожди, мне показалось, там в тени уже кто-то был из аниматроников. Или нет? Кстати, что мы еще сделаем? Пошли изучим эти вентиляции. Потому что мы эту карту буквально загрузили и пару минут посмотрели. Так, смотрим, ребята, что мы здесь найдем. Может, какие-то тут есть пасхалочки или что-то еще. На скриншотах или где-то я видел, что тут должна нычка быть. Давай ее найдем. Нету. Посмотрите, вот она, смотри. Мага, сзади тебя, смотри. Опа, заходи. Это разработчик карты. Техас Майнер 2000. Кружечка. Ну что, идем на наше рабочее место. Будем истреблять аниматроников. Может, кого-то убьем. Как их отпугивать? Пистолета. Я вообще не знаю, что тут делать. Ну, как всегда, будем выяснять вместе с вами. Так, идем. Кстати, какой-то звук слышал. Жмем все кнопочки. Может, два оружия мощнее возьмем какое-то? Так. Не хватает еще бы здесь вентиляции, бы свет отключить. Вот это было бы имбово вообще круто. Угу. Слышал? Кто-то тарахтит. Слышь, блин, у меня мурашки по телу. Че все? Отключи этот вентилятор, а только шум делает громкий. А ну-ка, сделаю, ребята, чуть-чуть громче игрушечку, чтобы было все слышно нам. Во, я теперь слышу. О, там где-то он. Иди проверь. А я прикрою тебя. Ладно, давай я скажу. Не, Бенди рискует. Я где, как, че? Слышишь, кто-то свистит. На взлет это как будто чайник закипает. Да, слышу. Так, сейчас что-то произойдет. Прощай, Мага. Смысле, прощай? Я боюсь! О. Никого. Мага, я запрятался. Мысли. Я в темноте сижу. Меня никто не видит. Так, я его слышу. Не-не-не-не, я туда не пойду. Ты меня не увидел? Нет. Все, иди. Под столом темноту. Да, под столом. Я их слышу.
Я буду в уголочку тут сидеть, может, не найдет. Так, я слышу, скрипит что-то. Кто-то скрипит, да. Классные звуки. Мама! Ты слышишь? Да. То я маме говорю, не тебе. Что там? Фредди! Тихо, не палимся. Фредди страшный? Очень. Они ж, наверное, не Фредди называются. Димон, как аниматроника здесь зовут, а ну-ка? Значит, Лефти, Молтен Фредди, Скрэп Бэби, Вильям Афтун. Ахтунг? Афтун. Афтон. Их понял. 4. Ну, они очень классные, у них суперспособности. Особенно у аниматроника. Мага, уходи! Куда? Без меня. Я еще поищу, может, тут что-то еще есть интересное? Как-то я так стрёмно сижу, здесь надо валить сюда. Я слышу. Я в темноте сижу. Блин, давно так не пугался. А я ещё знаю, Димончик очень хитрый. Опа, кто-то там идёт. И звук нарастает. Мага, держись. Я знаю, если я посмотрю справа, он сзади подкрадёт. Отойди, крыша отсюда. Димончик еще никого не убил. Так, кто-то палец отломал себе. Не, ну ночной режим делает чудеса. Я рада, что мы его скачали. Опа, вон он стоит. Смотри, голову отломал себе. Мочи его! Он убежал. Давай, иди сюда. Он убежал. Я слышал звук хруста его головы, ушей. Димас, план Б. Какой? Делаем ноги? Давай, дети, я тебе... Мочим их? Где? Так, где ты? Так. Еще лицом к лицу так и не столкнулись. Ну, мы попробуем убить кого-то. Дима, сколько жизни у аниматроника? По 8, по 7 тысяч, по 10? 8700. У всех одинаково, да? Да. Понял. Мага, наша цель 100 хп вынести хотя бы. Если успеем. Я за тобой. Нет, будем держаться вместе. Так-с. План Б не сработал. А какой план Б был? Ну, спавнить психанутого Фокси и убежать. Понял. Вот там, все, не иди. Идем, валим. Ран. Здесь. Я налево пошел. Он меня обошел. Короче, мама. Я западнее. Мама. Фу. Ух. Димочка. Блин, убил. Кстати, чё скримера нет, разработчики? Я не понял. Блин, я Димон, свой... как этот аниматроник называется? Он очень крутой, он страшный. Молтен Фредди. Молтен, он крутой. Так, попробуем сейчас, Димончик, тебя убить. Так, ладно, с одного аниматроника я вас убил. Вот, Димас, давай, месиво. Я его мочу, Димон! Ой, мага! Нет! Есть, я убил Димона! Фу-ху! Ребята, я убил аниматроника, это была Бэйби, да? Да. Скрэп Бэйби. Оп, он идет! Он идет! Он очень быстро идет! Я застрял, блин! Главное, чтобы за нами сейчас не следил. Он просто не знает эту нычку, а мы знаем. Нет, он знает. Он тоже знает. Я убегаю, мага. Я расскажу про тебя всем, какой ты был хорошим человеком. Я расскажу твоим детям про тебя. Короче, с ним застрял и убежал. Он там тупо сидел. Он застрял там? Я там. О, я его убил. Мага, я буду стрелять. Просто по нему стрелял и все. Уходи, Димка, уходи! Блин, эти штуки, они так мешают мне. Ать! Я убежал! Он сюда не придет. Блин, мне уже страшно. Он сзади тебя. Он сзади тебя бежит. Я пошутил. А ты поверил? Нет, я просто... О-о! Ух, я думал, ты меня не увидишь, Димончик. Я там видел, он там стоял. А значит, режим работает, да, у аниматроников? Да. Ага, понятно. Я
Не туда? Ой-ой-ой-ой, что-то я устроил. Война жесточайшая. Я слышу свист. Ай! Убегай, убегай. Напоминает фильм «Куб». Там, где по кубам лазишь, и там разные вещи творились. Там время быстро шло. То умирали там все. Ну, прикольно. Ты прямо идешь ко мне. Я вижу, я вижу. Вон он. Открываем огонь. Мочи его, мы должны убить ее! Мочи ее! Fire 2, давай! Можно тут я сейчас убью подорвать? Тебя! Не, не убил. Диас, можно тут все подорвать? Нет, без меня только. Вон он стоит там, ай-яй-яй-яй! Туда стреляй! Вот! Стреляй, стреляй! Ух, опять убил, а! Мага, он идет к тебе. Он пришел ко мне и убил меня, вот, зараза, а! Он так быстро все делает, ну классные звуки, дух, шаги прям такие. Все, мага, прощай. Нет. Блин, почему я такой летающий какой-то? Уходи, уходи, я в шары стреляю. И пошла жара. Зачистка идет. Хоть бы тебя, мага, не убить. Что там? Кнопочка какая-то внизу. А, точно, кнопка есть. Давай ее нажмем. Откуда он вылез, ты видел? О, крутой скример, Димон, классный, просто за такой, ребята, надо ставить лайкосик. Димон, я так понимаю, у этого аниматроника есть возможность лазить под землей, да? И это круто. Он рядом. Вау. Сейчас я приду, мага, я вспомнил, у меня тесто стоит. На плите. Все, перевернул. Выглядывай. Смотри, мага, где я? Ты видишь меня? Я в темноте стою, зашкерился. Я боюсь его. Он где-то там в темноте, по-любому. У меня же компьютер палит. Что делать? Что нам по компьютеру показывают? Я слышу его треск. Я знаю, он где-то рядом. Он сзади! Ты кнопки жмите! Блин, когда паникуешь... Ух, опять убил! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!